Вот у нас есть человек здесь, у которого есть миссия в жизни, Талена Бичкова, которую меня пригласили. И вот у нее миссия такая, она хочет на природе развить такой образовательный центр, в который бы люди приезжали, отвлекались от своих дел, и там бы погружались в духовную практику. Этот центр называется «Свет Гривас», культурно-образовательный центр. И те, кто хочет ей помочь, можно подходить к ней и предлагать свою помощь. Нужно, она говорит, всего 108 человек, которые бы пожертвовали по 100 евро. На дорогу. А? На дорогу. Не важно. Вот рекламная пауза была. Движемся вперед.